месте. Восполняемая энергия, еды хватает каждому жителю планеты. Все наши материальные нужды удовлетворены. Смерть все еще неизбежна. Но теперь нам не грозят болезни, стрессы. Все, от чего мы быстро старели. Живем дольше, более здоровой жизнью. Растет рождаемость. В такой мир не стыдно рожать новых людей. Для тех, кто цепляется за старое, всегда есть новая вина. Но для остальных это золотой век человечества. Так почему же я так боюсь за будущее? Это можно назвать блаженным неведением. Но это все равно неведение.